страна. Нет, даже не страна. Доброе утро, весь мир. Весь мир, доброе утро, Майя. Зай, у меня хорошие новости. Наша учительница вошла в наше положение и дала нам этот досье для особо одаренных, в кавычках, как я. И завтра будет дополнительный урок. А все, кто ничего не знает, чтобы завтра она сказала, я завтра буду вас ждать. Вот, сейчас тебе покажу. Вот, но здесь самое элементарное. Я вот посмотрела немножко тут. Ну, тут вообще, ну, с ЭСО. Со школьная тема. Тут это, а потом первая и вторая тема. И глаголы, которые инрегуляр. И ирегулярс, как они. Ну, короче, какие-то там глаголы. Так что сегодня буду это все делать, сидеть. Всем раздала. А экзамен, кстати, который должен быть у меня завтра, о, завтра, на следующей неделе, а перенесли через неделю. Mm-hmm. Вот. Так что все mm-hmm. супер-опупенно. Угу. Ну, сейчас пока стоял на голове, если все круто будет. Угу. Круто? Угу. Буду сегодня заниматься. Что, будем завтракать? Нет, будем голодать. Будем голодать. Глаголы. А? Глаголы эти. Да, но эти глаголы у меня есть. Она нам давала фотокопию. Так, ну что, пошли завтракать что-нибудь. Что-нибудь нужно сделать, покушать. У нас кошки сейчас по квартире как лошади бегают. Что одна, что вторая. Чего-то они разгулялись. Так, идем завтракать. Котик, кушать! Выходи, идем. Сегодня мы будем кушать в зале. И сегодня у нас на завтрак будет омлет, чай и тостеры. А в комментариях спрашивали, вы всегда так красиво еду вылаживаете, выкладываете. А, вот. Я даже когда жила еще с родителями, мне нравится делать что-то красивое. Не просто как навалять в тарелку и съесть, чтобы это было эстетично, красиво выглядело. Так, все, мы займемся завтраком. Всем приятного аппетита. Скажи, Пумочку, скажи. Всем привет! Всем привет! Доброе утро, страна! Не, можно делать так. Смотрите, какая у нас уже травичка. Классная. Красивая. Пумочка, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Что ты тут пилишь мою шлютку? Ой, хорошо, мы позавтракали, Ваня сейчас посуду моет. Так, хочу спуститься, чтобы посмотреть, проверить почтовый ящик, потому что я только что бегала в школу, мне там на документах ошибку сделали, вот, в бумагах, и ходила менять. И увидела, что почтальон у нас пришел. Хочу сейчас проверить почту. Так, мне сюда вот. Угу. Ничего не жду. Вообще зря только спустилась. Ладно. Хорошо, что хоть идти никуда не надо. Можно просто спуститься. И все. Ой. Я быстро бегала, сейчас все так жарко. Ладно, вообще уже прохладно, наконец-то, уже все. После того сильного дождя, когда молнии были, уже больше такой вот именно жары-жары такой нету. Есть холодный ветер. Вот. Тут открыто. Ничего нам нет, вообще ни единого песнеца. Пустой, пустой ящик, ничего нету. Ни единого этого. Письма. Даже бумажечки какой-нибудь акции нету. Как вы уже знаете, викторина моя не то чтобы закончилась, уже правильный ответ сказали, так что сейчас буду снимать ответ, кто выиграл и все остальное. Поделюсь своими впечатлениями. Вот, и сегодня уже выставлю это видео. Так, займу ставить освещение. Вот камера. А я уже уселась. Жду. Ждем-с. Пума тут бегает.
Я не помню, на все надо ножки? Да, да, полностью открывать. Пума нет! Девчонки, всем привет! Сегодня, вы как уже поняли по названию видео, сегодня я сделала результаты своей викторины. Я прочитала очень много комментариев, очень много девочек, которые возмущаются, которым не все понравилось. Ну а теперь я буду монтировать видео. Жду, пока включится у меня компьютер. Ваня с тетей уехали, они хотят постирать тюль в зале. А у нас такие штучки, куда за что цепляются эти, сломались. И поехали в магазин за новыми. А я не хочу туда ехать. Ну, вообще не хочу на улицу выходить, я уже выходила. Только что я делаю? Захожу, одеваюсь, иду на улицу, прихожу, переодеваюсь, опять принуждена куда-то идти. Так, я тут компьютер включаю, задумалась. Вот. Такая погода странная, слушайте, мне так это... когда начинаешь заболевать, такое странное ощущение. Отлично, он еще и перезагружаться будет. Весело. Ладно, пока он перезагружается, мы с вами пойдем сделаем чаю. Чаю-ю. Ну что, сейчас проведем эксперимент. Вот Пумина еда, я туда добавила порезанные травы. Пума, иди. Кушай. Сейчас она покушает и посмотрим, съест или нет. Если съест, то это супер вариант. То это, конечно, классно будет. Только я вот не знаю, сколько она должна этой травы съесть, чтобы ее потом вырвала. А то сейчас накормлю свою кошку. Тут она делает дела. Ну, чамкает, шмямкает вкусненько. Вроде ест, мурчит. Кушает, мурчит, кстати, у меня уже чайник закипел. Так что можно наливать чаек. Ну что, отлично. Компьютер мой перезагрузился. Так что сейчас будем работать над созданием нового ролика. Ой, что-то прохладненько так. Пожалуй, наверное, закрою окно. Буду пить чаек с круассаном и этим бубликом, донутсом. Вот. Так что чаюем. У меня новиночка. Этой зимой буду ходить в пальто. Вот мое пальто. А вот. А где пуговица? Пума у меня тут лазит. Отлично. Надо сейчас пуговицу пришить. Блин. Где-то я ее видела. Мне кажется, она у меня здесь в ящике. Я думаю, что у меня за пуговица тут такая лежит. Вот она, все, надо сейчас пришить. Ну так вот, и к этому пальто хочу себе сапожки. Сейчас сижу, смотрю в интернете, вот мне понравились. Вот такие вот в Страдивариусе. Вот такая вот сумка. Это свитер, леггинсы. Это тоже леггинсы. А вот такие вот ботиночки понравились. Вот такие вот понравились, и вот эти вот сапожки мне понравились, и вот эти. Сейчас сижу по разным сайтам, смотрю, что мне нравится. Потом котик придет и посмотрю с ним, какие он одобрит. Вот. Вот, свитера еще хочу посмотреть. Вот тут что-то... А, это я уже смотрела. Я в Баршке смотрела? Что-то не похоже на этот... На Страдивариусские. Ладно. Буду смотреть дальше. Маечка там у меня лежит, спит на кровати. Так, какой у нас еще есть? С обувью. Марипас. Марипас. Блин, по-русски пишу.
кушаю банан и стою на балконе. Жду котика, он сейчас вот с минуты на минуту должен прийти, приехать. А прохладненько так уже, в футболочке. Я стою в штанах, вот в носках нормально, но в футболке уже прохладно. Ну все вроде. Вон один мужик идет. Он в этом футболке, шортах. Ну вот, а второй мужик идет одетый. У меня мурашки по коже пошли. Котика еще пока нигде не видно. Так, давайте что-нибудь посмотрим по телеку, что ли. Ой, ой. Сегодня мы решили ничего не готовить и поехать в Макдональдс. Мы сегодня будем кушать фастфуд. Ну, блин, мы уже давно не ели. Я думаю, один раз в месяц гамбургеры можно покушать. Ничего страшного. Да. Каждый день это, конечно, плохо, не нужно их кушать. А раз в месяц, я думаю, нормально. Единственное, что вот детям, конечно, лучше туда не ходить. С их детскими организмами, детскими желудочками, поджелудочными и печенью. Так что, когда вырастите, пойдете в Макдональдс. Вот как мы. Я, например, в детстве, вот я первый раз в Макдональдсе побывала, когда мне было, наверное, лет 14. Один раз я была в Макдональдсе. А когда уже приехала в Испанию, я уже здесь только начала ходить в Макдональдс, когда мне было 17. То есть я гамбургеры почти никогда, ну, как бы в Макдональдс почти никогда не ходила, так что я думаю, я не наврежу себе одним разом в месяц покушать в Макдональдсе. Мы в какой поедем? Который возле Икеа? Ну, ты какой хочешь, тот? А в какой есть еще? А какой еще есть? В баре-центре есть. В баре-центре есть. Мне кажется, в Икеа лично. Да. Ну, давай в Икеа, там прикольнее. Вот. На чем я остановилась? А, на том, что ничего страшного, если один раз покушать. Ладно, все. Мы едем, едем, едем в далекие края. Так, перед тем, как поехать в Макдональдс, нам нужно заехать в магазин, и нас попросили купить кофе, а то наше заварное кофе уже закончилось. Вот он наш фастфуд. Наш любимый, обожаемый фастфуд. Не, я уже у мужчины взяла. Вот, мы сегодня вместо кока-колы взяли апельсиновый сок, гамбургеры, картошечка и кофе. Я обожаю в Макдональдс кофе. Все, смотри, что мне дали в этот раз. Какие-то шоколадки, раньше их не давали. И у меня новые спонсоры какие-нибудь. Что нам не там? Короче, нам намудрили так с этим. Сейчас новый персонал здесь в Макдональдсе набрали. И девочка много раз ошибилась, долго мы ждали. Короче, мы покушали, кушаем на халяву. На 2 евро. На 2 евро дешевле? За 2 евро нам 2 меню. Нам за 2 евро 2 меню обошлось. Всем приятного аппетита. Завтрак нам еще мало времени проходит. Вот эти вот штучки, которые дали мне, это черный шоколад. Я черный шоколад не люблю, так что отвезу тетелю. Надо зайти домой забрать. В меня влезло только один гамбургер. Раньше я могла скушать по два, по три. Только один. Без кетчупа, сухо. Сухо? Без кетчупа? Но вкусно. Какой тебе больше нравится, этот или который мы в Голливуде ели? Разные. Разные? Ты бы хотел еще раз в Голливуде съесть тот гамбургер? Или нет? Ну, у тебя по цене не стоит этих денег. Не стоит этих денег, да, по цене.
Ну, знаешь, у меня домашние гамбургеры, вот мы дома иногда покупаем уже эти булочки, и все это продается в этих супермаркетах, то есть это все можно купить и самому приготовить. Я делала, мне не нравятся домашние, именно дома, как-то оно не так. Мне больше нравится покупать уже готовые здесь, горяченькие. Я гений. Я кушаю гамбургеры и картошку с кофе. Все вот это очень вкусно. Мы всегда берем кока-колу или фанту, ну так сейчас как у нас с Ваней с почками больной, поэтому никаких газировок и все остальное. Заказали сок. Котик сидит, давится соком. Бедняжечка. Ваня пошел купить еще себе мороженое. Он стоит в очереди. А вот эти вот штуки, это аппараты, то есть вы можете не только в живую очередь стоять, вы можете в аппарате заказать, оплатить своей кредитной карточкой банковской, да? И есть отдельная очередь, вот здесь вот она, отдельная очередь, и там ты просто показываешь чек, и тебе дают твой заказ. Я в шоке, что здесь столько маленьких детей в Макдональдсе. Я никогда своих маленьких детей водить в Макдональдс не буду. Ну, максимум покушать здесь мороженое. Ну, наконец-то. С чем ты взял? С Киткатом. С Киткатом? Да. Такая вот. Решил взять с Киткатом. Ну, открывай, я хочу попробовать. С Киткатом и карамелью. Ух ты, какая ложечка. Ничего себе, здесь карамели. Так было перемешать. Я говорю девочкам, что я в шоке, что здесь столько маленьких детей. Я сюда детей буду приводить максимум покушать мороженое. Ну там, не максимум знаю. В туалет сходить. Да, максимум в туалет сходить. Как вкусно выглядит это. Но сейчас не очень. Сейчас на какую-то кашу-малашу похоже. Но с орешками или нет? Нету там, да, орешек? Там вафли от Киткат. Да. Я не испачкаю. Вкусно. Вкусно покушали. Мы так далеко машину поставили. Нам идти просто аж целый километраж наматывать нужно. Да. Лишние калории. Лишние калории. Да, ты не открыл. Открой, пожалуйста. А где они? В кармане потерял эти ключи. Да, ты гений. А наша машинка так открывается. Круто. Ава! Тум-ту-ту-тум. Так. Смотри, какие у него ноги. Офигеть, какие у него худые ноги. С пушка на курьих ножках. С пушка на курьих ножках. Так. Ну что, все? Так, Зай, ты что у меня? Там, горло начинает болеть? Не 10 минут назад не болело. Не болеет, а першит. Першит? В горле першит? Ой. А мне задавали вопрос в комментариях, разрешают ли снимать в магазинах и везде. Ну, по крайней мере, вот в Макдональдсе я сидела, мне ничего не сказали. Когда мы сидели в Голливуде, тоже нам никто ничего не сказал. Когда вот в магазинах именно вот одежды там или это, то, конечно, говорят, что типа нельзя. В некоторых. В некоторых, да, не в некоторых, не во всех. Ну, я же хитрый этот шпион. Я очень аккуратненько, так чтобы никто не видел, чтобы мне никто ничего не сказал.
Я помню, в Сефоре мы снимали с Людой, когда вот мы встретились с моей подписчицей в Сефоре, она снимала на телефон, и к нам подошли и сказали, что типа, снимать нельзя. Ну а так я везде все снимаю. И в супермаркетах, и в этих, везде. Вот так вот. Эх, жизнь моя жестянка. Болото. Все, мы сейчас за фильм будем смотреть. Ты вообще сейчас будешь что-то делать или будем фильм смотреть? Буду что-то делать, а будем фильм смотреть. Ну ладно. Два в одном. Как обычно. Как обычно. Но обычно заканчивается тем, что ты ничего не делаешь, а смотришь, сидишь фильм. Этим все заканчивается. Тоже бывает. Нам надо сверхъестественно это смотреть. Там осталось буквально пару серий. И все, и мы досмотрели весь сериал, и нового сезона нету, так что будем потом искать какой-нибудь новый сериал. Хотя у нас там собралась целая куча, да, фильмов, которые нужно посмотреть. Ага. Ага. Что с тобой? Чего-то хочу. Будь здоров, будь здоров, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Нет, не чихнем. Ты меня зря рассмешиваешь. Хочу вам показать курточку мою новую. Зай, сними. Мне просто она так нравится. Мне мама ее подарила. Обалденная. Олимпийка в Бершке. С Бершка фиолетовая. Так я сегодня целый день ходила. Мой, так сказать, outfit of the day. Кеды очень удобные. За 2, за 3 евро в Праймарке покупали. Еще сейчас мы будем кушать семечки. У нас есть такие штучки, плевалки. Все, мы клюем семечки вкусные с марихуаной. Вот, и смотрим фильмец. Да что, всем спокойной, спокойной ночи.